Землетрясение в Турции. Около 3 часов назад произошли подземные толчки магнитудой до 5,8. Эпицентр находился недалеко от Стамбула в Мраморном море. Наш корреспондент Джафер Умеров сейчас в Стамбуле, и он на связи с нами. Джафер, добрый день. Как вы пережили это землетрясение? Мы читаем, что паника была в Стамбуле. Добрый день, Наталья. На самом деле, день для жителей Стамбула выдался неспокойным. Около 2 часов город в буквальном смысле начало трясти из-за землетрясения магнитудой 5,8. Длилось оно буквально 5-6 секунд, но ощущалось, как трясет здание и лестницы. Информации о жертвах нет, но известно, что на одной из мечетей из-за подземных толчков разрушился минарет. Его обломок упал на улицу. Жители города сильно испугались, спешки выбегали из зданий. Какая обстановка у вас в городе? Что сейчас происходит в Стамбуле? На данный момент ситуация спокойна, однако во время землетрясения эвакуировали школы, больницы, торговые центры. Также была отключена мобильная связь и интернет. Во время землетрясения мы находились в Стамбульском университете на мероприятии, посвященном Дню европейских языков, на котором был представлен и украинский концерт. Запланированный на вечер был отменен. Гостям мероприятия сказали покинуть здание. Однако студенты украинистики не сдались и все равно спели. Как я уже говорил, на данный момент ситуация в городе спокойна. Жители вернулись к своим привычным занятиям. Мобильная связь частично восстановилась. Мы продолжим следить за событиями в городе. Студия. Спасибо большое, Джафер. Надеемся на подробности, если будет что рассказать к следующему выпуску. Джафер Умеров из Стамбула рассказал нам о землетрясении, которое сегодня произошло в Турции. Там разрушился один минарет на мечети в Стамбуле и отменяют праздничные мероприятия.